Все достало и все достали. Надо оторваться по полной. Так, чтобы только танцы, музыка и голова кругом. Ты идешь в ночной клуб. Сама. А что тут такого? На улице 21 век. Стоп. Остынь. В ночных клубах куча незнакомцев, умноженных на алкоголь и наркотики. В такие заведения ходи как минимум с подругой. Надо же одеться, чтобы у всех челюсти отпали. Пусть все видят, что у тебя, как говорится, жизнь удалась. Стоп! Не одевайся провокационно и слишком ярко. Твои украшения могут привлечь не только ухажера, но и грабителя. А поскольку в клуб идешь одна, то защищать тебя будет некому. Ты отрываешься на танцполе. Тебе никто не нужен, кроме громкой музыки и яркого света. Все прекрасно. Вот только время от времени тебя раздражает один человек. Он приглашает тебя выпить. Ты его раз отшила, а он опять лезет. Ярость переполняет. Ты уже готова дать ему пощечину. Стоп. Контролируй себя. Поклонник может быть пьян или под наркотиками, а значит агрессивным. Спокойно объясни ему, что ты ни с кем не танцуешь. Если не понимает, вызывай такси и езжай домой. С горем пополам ты отделалась от ухажера. Натанцевалась, напилась коктейлей. Надо добираться домой. Глядь в кошелек, а там не хватает денег на такси. Занять не у кого. Ты решаешь идти домой пешком. Стоп! Это плохая идея. Одинокая девушка посреди ночи на улице – приманка для преступников. Позвони маме или подружке, объясни ситуацию и попроси заплатить за такси. Знаешь, подружка, поход в ночной клуб – это замечательная идея, если ты не одна. Нарваться на неприятности в такой ситуации очень просто. Если ты все же решила оторваться самостоятельно, помни о тех правилах, что я рассказала. И тогда дискотека ограничится лишь танцами, а не неприятностями.